Старт педагогическому фесту дало пленарное заседание. В его рамках опытом с представителями молодой плеяды педагогов поделились их старшие коллеги. О работе рассказали и гости из Минска. Также в числе выступающих прошлогодний победитель конкурса Ольга Дайнека. Девушка пришла в педагогику осознанно, убеждена, что у любого успеха много составляющих. Но если чего-то действительно хочешь и упорно трудишься, то все складывается удачно. Мне нравится мое дело, и мне нравится делиться своими эмоциями, теми ощущениями, которые я получаю от общения с детьми, от контакта с ними. Притом, работа учителя – это же не только работа с детьми, это огромная работа с родителями, это самообразование. Все это делает меня немножко лучше. Я чувствую, что я на своем месте. Форум появился 3 года назад. В списке целей – стимулирование творческой инициативы и выявление талантливых молодых педагогов. Не секрет, что система образования испытывает утечку кадров после обязательно 2-летней отработки. Некоторые из них разочаровываются в профессии, стараются найти другую нишу для применения своих сил. А мы стараемся их задержать и убедить в том, что их выбор правилен, он у них навсегда. Стараемся привлечь молодых педагогов к профессии, стараемся показать очарование педагогической профессии, востребованность этой профессии в нашем обществе. Вот это главная задача. В конкурсе 2018 года участвуют более 3 десятков педагогов. Среди них учитель начальных классов 15-й школы Мария Дубенецкая, представитель семьи, для которой наставничество – общее дело. 5 человек, в их числе бабушка, мама и тетя Марии Сергеевны, также реализуют свой потенциал в воспитании подрастающего поколения. В конкурсе решила принять участие, потому что мне интересно рассказать свою историю, как я стала педагогом. Для меня участие – это очень интересный опыт, и я очень рада, что я прошла финал этого конкурса. Вот, поэтому любой результат для меня будет хорош. Мероприятие на базе лагерей «Колос» и «Салют» – это 2-й этап конкурса. Первый был заочным. Конкурсанты оформляли буклеты общей тематики «Профессиональное становление молодого педагога». По словам организаторов, начало участниками было положено сильное. Есть большая вероятность, что выбрать лучшего окажется делом непростым. Педагоги сильные, педагоги умные, креативные, интересные. Мы столько уже присмотрели себе новых профсоюзных лидеров. Некоторые из них уже входят в состав молодежного совета нашей Брестской городской организации отраслевого профсоюза. Я думаю, все получится и будет прекрасно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.